Красивое здание, красная ковровая дорожка, довольные сотрудники. Компания «Главмонтаж объединения» празднует новоселье. Хотите купить квартиру? Вас ждут на Выгодной 2, но прежде торжественное открытие. Надежность, ответственный подход, высокий профессионализм, традиции отечественного производства – все это яркий пример строительной компании «Главмонтаж объединения». Мощного строительного узла в нашем родном городе Уссурийск. Слова благодарности и похвалы можно слушать сколько угодно долго. Ведь «Главмонтаж объединения» зарекомендовала себя на строительном рынке Уссурийска только с положительной стороны. Десятки домов в городе возведены стараниями сотрудников компании. Переезд в новый офис – это новая точка отсчета в работе. Компания уже достигла такого уровня, что обратной дороги нет, надо двигаться вперед. Перспектива сегодня является самое главное – выйти на большие объемы в городе Владивостоке. Сегодня нас пригласили генеральным подрядчиком по программе «Жилье российской семье». Пока мы еще договор не подписали, но предварительное намерение, договор уже есть. Это на Баляева, там, Нейбута улице, будет строиться большой микрорайон. Строительство во Владивостоке, Арсеньеве, Михайловском районе и, конечно же, в Уссурийске. Всегда в строго оговоренные сроки и с традиционно высоким качеством. Контроль за строительством на всех этапах – одно из главных правил в компании. В нашей практике еще не было такого случая, чтобы мы объект, заявленный объект с долевым участием жильцов, будущих наших жильцов, а при начале строительства дольщиков, не было такого случая, чтобы мы не вовремя сдавали объект и должным образом не передавали его будущим нашим жильцам. При обустройстве офиса компания облагородила и близлежащую территорию. Новая комфортная остановка поблизости – тоже их рук дело. Кстати, сегодня компания ведет строительство трех домов в Уссурийске на улицах Ушакова, Рабочей и Первомайской. Впереди грандиозные планы. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.